Інна Сидько, лікар-дерматолог, завітала до нас цього ранку. Доброго ранку вам. Дякую, що знайшли час. Тема завжди актуальна про сонце. Да, от начебто щороку ми про це говоримо, але все одно захворювань дуже багато. І от саме влітку, саме коли багато сонця, у людей виникають проблеми зі шкірою. Давайте спочатку з позитиву почнемо, які позитивні якості є у сонці, тому що ми знаємо, що без сонця, начебто, ми не можемо, що вітамін Д потрібен для організму. Тож давайте із позитиву розпочнемо, які ж плюси у сонці. Действительно, у солнца есть как плюсы, так и минусы. Да? Основной плюс от солнца – это все-таки повышение иммунитета и поглощение витамином D3 кожи. Мы знаем, что в зимний период достаточно много кожных заболеваний проявляется за счет дефицита витамина D и нехватки витаминов и аминокислот, омега-3 жирных кислот. Значит, большие плюсы от солнца в правильный период применения солнечных ванн – это до 10 утра, либо с 4 вечера приносят нам улучшение иммунитета, здоровья, да, и мы рекомендуем действительно ездить и получать солнечные ванны. Также при дерматологических патологиях мы рекомендуем в летний период посещать, это как псориаз, атопический дерматит, чтобы дети и взрослые получали воздействие ультрафиолета положительного. Даже сейчас терапии есть специальные, которые помогают получать ультрафиолеты в зимний период. Но у солнца есть и негативные моменты. Мы знаем, что сейчас очень часто говорят о том, что идет риск меланомы. Да? Так. Это злокачественное заболевание, одно из самых неблагоприятных, к сожалению, у нас в дерматологии, которое приводит к летальному исходу. Но бояться развития меланомы не нужно. Так как солнце может приносить не только да, вред и не только пользу. Самое оптимальное время нахождения на солнце – это с 10 утра до 10 утра и с 4 до 6. Тогда лучи альфа, бета поглощаются и приносят нам пользу. Вот, по поводу... Дивіться, а от, наприклад, да, от ви кажете, там до 10-ї ранку, да. Там з 4-ї, а якщо мені треба по справах дістатися до роботи, від сонця сховатися неможливо. І в цей час я можу бути на сонці, а воно пекельне. У нас ми вчора могли цьому переконатися вже в Миколаєві. От як бути в цій ситуації? Ну, може щось одягати потрібно? Да, вообще нужно помнить 4 основних момента, как предотвратить, да, злокачественные, как бы скажем, действия от ультрафиолета. Первое – это ношение одежды с длинными рукавами и прикрытие определенных участков тела, даже в активное солнце. Второе – это использование солнцезащитных кремов, и об этом нужно помнить не только на тело, но и на губы, потому что моменты есть образования и на красной кайме губ. Также ношение головных уборов, обязательное использование. Щодо солнцезахисних кремів, я прочитала дуже багато коментарів з цього приводу, кажучи, вони неефективні. Для того, щоб зберегтись від сонця, кажуть науковці, потрібна, знаєте, папіросна бумага, щоб зберегтися. Як щодо цих сонцезахисних кремів? Вони діють чи ні? І які варто обирати? СПФ 30, 25, 50 і так далі. Ну, ми теж дуже багато слышим і негативного ультрафіолета, да, у сонцезахисних кремах, но многие американские издания постоянно говорят о том, что использовать сонцезахисные крема обязательно нужно. Самые рациональные это с СПФ 30 идет и до 50. Я хочу сделать акцент на том, что СПФ 100 не бывает. Очень часто к нам приходят родители и говорят, я ребенку на лето взяла СПФ 100. Да, нет, фильтра 100 нет. Нема. И о нем, если даже кто-то говорит о том, что фильтр 100, и он ему действительно помогает, то больше чем 50 на самом деле фильтра не существует. Оптимальная защита в активное солнце – это все-таки 30. Как на лицо, руки, зона декольте и шея. Нужно помнить о том, что ультрафиолет работает не всегда. При повышенном потоотделении солнцезащитный крем спокойно через 2 часа перестает работать. Угу. Есть солнцезащитные крема, которые после купания нужно обязательно повторять. Есть солнцезащитные крема, которые написано прямо на них, что можно использовать во время купания. На самом деле при обтирании действительно защитный слой все равно уходит. И если вы нанесли себе или ребенку и пошли, допустим, купаться, то после обтирания нужно заново повторить нанесение солнцезащитного крема. Если все-таки это в городе, да? Вот, если в месте, если я достаюсь до работы, там десь в обед, я маю наносить на себе крема, чи ні?
Якщо обязательно каждое утро за 15 минут до выхода на улицу на зоны, которые у нас открыты, лицо, зона декольте, шея и руки, мы рекомендуем наносить солнцезащитный крем. Вопрос следующий от девушек, которые поступают. А как же наносить мне косметические средства? Косметические средства тоже можно наносить через 15 минут после нанесения солнцезащитного крема. Второй вопрос, который очень часто задают нам. У меня тональная основа с SPF 15. Этого недостаточно в летний период. Все-таки нужно наносить сначала солнцезащитный крем, а потом наносить уже тональные средства. Я зрозуміла. Дуже часто я чую таке питання алергія на сонце. Давай трішки зупинимось на цьому. Чи є взагалі таке поняття, як розрізнити, що в мене алергія? От, зокрема, я про себе можу сказати, що коли я перебуваю на сонці, в мене червоні п'ятна. Чи я можу вважати, що це в мене алергія на сонце, і як бути таким людям? Ну, дійсно, є поняття алергодерматоза і реакція на сонце. Чаще всього це проявляється в період з 10 до 16 і у людей, які дуже люблять сильно загорати. Тобто ті, які були підвержені ультрафіолету, достаточно длительное, больше чем 4 часа на солнце. Если человек вышел, пошел на работу, прошелся, это выходной день, просто прогулялся, то аллергических проявлений на солнце явных не будет. Значит, что нужно делать, чтобы не проявлялась все-таки аллергия на солнце, если вы, допустим, поехали отдыхать даже на 1-2 дня, да, то нужно обязательно иметь хлопковые рубашечки, которые будут длинным рукавом и до колена, чтобы были прикрыты основные зоны. И нужно использовать солнцезащитный крем. Я хочу сказать и сделать акцент, что больше всего это не на солнце, а все-таки не на совсем качественные солнцезащитные крема, которые мы наносим на себя, потому что происходит контакт с выделением пота, все-таки летом мы больше потеем, да, с другими, допустим, духами или другими косметическими средствами, которые наносятся на тело, кроме солнцезащитных кремов. Потому если это только вышел на солнце и проявились несколько пятен, это не обязательно солнечная аллергия. Если у человека она постоянно в течение лета, то это мы говорим о том, что это солнечная аллергия, она действительно существует, и тут надо обращаться уже к аллергологам либо дерматологам для решения данной проблемы. А у людей, в кого багато родимок, чи можна їм взагалі засмагати чи ні? Таке актуальне запитання. Да, мы вообще рекомендуем людям с первым фенотипом кожи и большим количеством родинок не сильно загорать на солнце. И я делаю акцент и прошу не заклеивать родинки. Очень дуже многие... часто це роблять. Да. Еще не хотела запитати. Что вот этого делать ни в коем случае нельзя. Это не помогает, а, к сожалению, наоборот, ухудшает состояние, значит, и воздействие ультрафиолета, да, на родинки. Но, в принципе, загорать можно всем. И нужно помнить, что в период с 8 утра до 10 и с 16 до 20. С 10 до 16 лучше на солнце не находиться. Любителям активного солнца использовать солнцезащитные крема каждые 2-4 часа в зависимости от фильтра и качества солнцезащитного крема. Дякуємо вам. От, декілька слів ще хочу сказати, що коли бачиш влітку людей, які 12-та година, да, там 2 часи дня лежать на такому палючому сонці, ну, це дуже шкідливо, не варто цього робити. Отож, бережіть себе, я вам щиро дякую. Інна Сідько, лікар-дерматолог, у нас була в гостях. Ми зрозуміли, що від сонця є як позитив, як негатив. Все повинно бути в міру. Ми вам щиро дякуємо, бережіть себе.